Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, начало 19 века, усадьба семьи беспозвоночных, гусары Мазурка. Меня зовут Юнцом Безусым. И меня тоже так зовут. Ведь в безусатом батальоне бритву дают, бритву дают, бритву дают. Друзья, есть тост. За нас я рад, мы откосили, французов бьют теперь другие. Друзья, позвольте мне представить, мой друг Алёша. Давеча на пати разбил люстру у меня на хате. Алёша, выросший в теплице, позвольте вас спросить, из какого вы рода? Леонтьевых. Не слыхал. Скоро услышите. Ах, мой милый Бонапарт. Ой, Бонапарт. Друзья, недавно был во Франции, ходил там в рестораны. Братцы, едят они там лишь лягушачьи лапки. Представляете, лишь лапки лягушачьи. Лягушки и без ножек мясо дофига. Кстати, хотел у вас спросить, как вы доехали? О, сейчас вам расскажу. Поездка мне вышла 200 российских рублей. Холодно было, весь десяток пьяных людей. Почти к вам доехал, полез я в карман. Бумажника нет, он пропал. Плацкарт. Плацкарт. Кстати, друзья, я ехал не один. Позвольте вам представить корнет. В пути не раз. Два раза. В пути два раз. Спасал он жизнь мою. Принес стакан воды с утра. Какое тут спасение? Ну, что вы скромничаете, корнет? Вы же меня из горящей избы вытащили, да лошадь на скаку остановили. Как женщина? Ведь я люблю его. Вы женщина? По-братски. Уф, а я уж начал было сомневаться, ведь был бы девкой, был бы... Ах. Позвольте вас обнять по-братски. А чем от вас так пахнет? Шипр? Женский? Да, выпил. Уважаю выбор. Друзья, скучно как-то стало. Может быть, кино? Поручик, вы как-то рановато. До первого сеанса лет 80 ждать. Да, рановато. Смотрите, друзья, смотрите, кто идет. Это же графиня Луиза и дочь ее Екатерина. Графиня, вы как всегда прекрасны. Ваш взгляд будто на шатырь. Ладно тебе. Он пронизывает сразу. Меня дадырь. Екатерина, голубушка, рад и вас я видеть. Луиза, спойте что-нибудь. Просим. Кто-то вдруг в тишине заработал дрелью. Там ремонт, здесь все спят. Утром воскресенье встал мой муж. Он боксер, отправился к соседу. Что с графиней, друзья? Графине водка, господа! Графине водка, господа! Ну, мама! Позвольте нам отчалить! До скорой встречи! Графиня, вы прекрасны! Очень мило! Женщину красивее не видел я! А вы милее! Вы девушка? Корнет! Корнет! Просто шипором пахнет. Кстати, друзья, я, кажется, влюбился. Нашли в кого влюбляться. Девчонка так себе. Что за нападки в мою сторону, корнет? Я вам не микроблок. Дуэль! Выбирайте оружие, корнет. Стул! Леонтьев!
братьев, заткнитесь ради бога! Ну что ж, по барьеру. Что с вами? Где же довиданы друзья, чтоб дали место не уступил гусар? Так вы женщина! Эпилог. Если представить, что женщина — это истина, то тогда становится понятно, почему многие философы не могут до нее докопаться. Но мы выбираем путь, идем к своей мечте, и нужно не свернуть с пути уже нигде.